В течение месяца разные организации и отдельные лица могли подавать свои предложения по поводу использования помещений в здании по улице Саулас 1-3, которое вместе со внутренним двором в будущем может стать творческим кварталом Саулас. Эта идея, стимулом для которой послужил конкурс культурной столицы Европы, нашла широкий отклик у догопилчан, и теперь все помещения ранее пустовавшего здания будут использованы для нужд творчества. В минувшую пятницу, 9 апреля, объект посетила рабочая группа, в которую вошли как представители структур самоуправления, так и организаций, выразивших желание арендовать это пространство. В этой встрече участвовали представители Даугавпилсского университета, которому принадлежит данное здание. На данный момент список соискателей помещений весьма широк. Это Даугавпилсский театр, отдельные художники, средняя школа дизайна и искусств Саулас, музыкальная средняя школа имени Станислава Брока и молодежный отдел самоуправления, а также разные негосударственные организации. Свой интерес проявили и предприниматели. После встречи рабочей группы в пятницу мы поняли, что абсолютное большинство помещений уже занято и распределено под достаточно активную культурную или образовательную программу. На ближайших несколько лет, предположительно, возможно, появится галерея. Есть интерес от предпринимателей. С этой недели мы начинаем, скажем так, более активную работу над планированием летней культурной программы. И на данный момент мы ждем ваши заявки, ваши идеи, ваши желания, что бы вы хотели там видеть или что вы готовы там сделать. Делать там свои семинары, конференции, лекции, концерты и так далее. И чтобы вместе оживить это пространство, вместе работать и вместе помогать друг другу. Позитивная тенденция по снижению заболеваемости COVID-19 вселяет надежду на то, что этим летом в творческом квартале Саулас уже могут состояться первые мероприятия, формат проведения которых будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Поэтому инициативная группа квартала призывает творческих людей присылать свои предложения по проведению конкретных событий. Все это станет первым шагом для создания в Даугавпилсе нового центра совместной креативной деятельности и просто интересного времяпрепровождения. Свои идеи можно отправлять на электронную почту или на официальную страницу творческого квартала Facebook. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.